Образованный в суровые предвоенные годы, Оренбургский военный комиссариат сразу же стал играть ключевую роль в обеспечении области военными кадрами. И спустя десятилетия эта роль только возросла. Наш военный комиссариат всегда ставит в пример на всех уровнях. Какую бы сложную задачу по призыву ни ставило Министерство обороны, он с честью выполнял эту задачу. Самая высокая оценка работы военкомата – это результаты его труда по итогам года. И по итогам 2012 года наш областной военный комиссариат занял второе место в Центральном военном округе среди 29 субъектов Российской Федерации по организации призыва. Я думаю, что вот это лучший показатель качества работы. Собрать призывников и отправить на службу – задача, на первый взгляд, простая. Но мало кто знает, какую большую работу с будущими солдатами ведут сотрудники комиссариата, и переоценить ее нельзя. Понять каждого призывника, что он из себя представляет, каким родам войск он больше склонен, потому что в конечном итоге потом их уже не перераспределяют. Вот в этом плане, конечно, очень важную роль именно военкоматы. Поздравить юбиляров пришло много гостей, а еще был праздничный концерт и теплые встречи сотрудников военных комиссариатов области, людей, которые делают большую и важную работу, как для Оренбуржья, так и для всей страны. В этот торжественный день я от души поздравляю всех работников военного комиссариата Оренбургской области, всех ветеранов с праздником. Всем желаю удачи, здоровья, успехов в деле повышения боевой способности вооруженных сил Российской Федерации. Александр Трубецкой, Никита Плотников. Новости дня.